Издано первое методическое пособие для работ с детьми с аутизмом на казахском языке. Презентация книги состоялась на заседании Общественного совета при областном филиале партии «Аманат». Книга издана в рамках партийного проекта «Безбарьерное будущее». По словам специалистов, пособие подготовлено в помощь работающим с детьми с аутизмом, педагогам, дефектологам, логопедам, а также родителям таких детей. Авторы книги – Ольга Мелешкевич и Эрц. Они изложили в ней свою методику работы с особенными детьми. Особенность пособия – оно издано на казахском языке. В Казахстане очень нужна была такая книга, и сейчас мы работаем по ней. В специальных школах и интернатах области обучается свыше 2000 детей с инвалидностью. На заседании совета представители родительской общественности попросили выделить для выпускников этих интернатов квоты для продолжения учебы в колледжах и вузах.